Дорогие, дорогие друзья, сейчас у меня будет бомбическая премьера стихотворения, что даже Шпигель хочет, как говорится, участвовать в этом. Я не знаю, я его буду... Он хочет на стол залезть и тоже, как говорится, показать себя... Шпигель, можешь залазить на стол, я разрешаю. Да, стихотворение «Бомба» — это премьера. Ставьте лайки, пишите комментарии. Только не расистские там какие-то, а нормальные. Как делают нормальные люди с Украины. Без всякого расизма. Ладно, поехали. Ментальность. Разная ментальность у людей. В ресторане русский, китаец и еврей. В суп каждому попала муха. Русский дал официанту в ухо. Китаец муху сожрал, еврей свою муху китайцу продал. Официант получил по заслугам, а каждый поступил, как хотел и думал. Я вас обнимаю.